В последнее воскресенье ноября в России отметили День матери. В районном доме культуры поселка Оленина праздничный концерт «Утренняя звездочка» готовят дети дошкольного возраста. О том, как проходит подготовка к выступлению, наши коллеги из Оленинского муниципального телевидения подготовили репортаж. Ежегодно в конце ноября в Оленинском районе в рамках празднования Дня матери проводится фестиваль детского дошкольного творчества «Утренняя звездочка», подготовка к которому в самом разгаре. В этом году фестиваль проводится в 19-й раз. В нем примут участие более 70 дошкольников. Ребятишки с увлечением репетируют концертные номера, с удовольствием поют и танцуют и немного волнуются. Ведь у многих это первое выступление на большой сцене за пределами детского сада. Традиционная утренняя звездочка состоит из нескольких номинаций. Это сольное пение, вокальный ансамбль, хореография, фольклор. Но мы в этом году будем участвовать в сольном пении, вокальном ансамбле и хореографии. Репертуар наш разнообразный. Ну, это, конечно же, песенки о мамочке, улыбках, добре, хорошем настроении. День матери – это добрый, чуткий, трогательный праздник, которому никто не может остаться равнодушным. Ведь мама – это основа всей жизни. Мама – первый учитель и друг ребенка, причем самый близкий. И, конечно, первый помощник в любых делах и начинаниях. Проходит у нас ежегодно. Это огромное мероприятие, которое требует большой подготовки, слаженной работы всего коллектива, а также незаменимыми помощниками у нас являются родители, которые оказывают нам всяческую посильную помощь в изготовлении костюмов, атрибутики и просто являются хорошей моральной поддержкой для всего коллектива и для наших детей. Последний день ноября оленинские дошколята подарят минуты радости сидящим в зале нежным и хрупким, ласковым мамам и любимым бабушкам, а пока они усердно репетируют.